Всем приятной жизни. Это шашлык, и мы продолжаем играть в героев меча и магии 7. Так, и... Чё я тут еще не достроил? А что вот это за плюс висит? А, это просто, типа, бафнутая эта штука. Ров. Прирост отрядов стражи. А, так этот тоже прирост увеличивает. Блин, надо их, значит, соответственно, строить. Слушайте, замечательно. Короче, надо строить в замках все, в том числе и ограждения. Но они, правда, тут не так просто, видите, делаются. А ну, какой вот у нас прирост? 38, 20, 18, 12, 5, 4. Да что-то я каких-то бонусов. 4 минотавра как было, так и есть. Все это как было, так и есть. Гильдия воров. А, вот, оборона города. А что такое 5 из 10? Пять из десяти, 50 из 100. Это 8 в день добавляется? Подождите, а ну-ка. Сейчас, там было 5 из 10, 5 из 10, да? Так, а мне я вообще что сюда пришел? Вот, тут лесопилка есть, которая мне нафиг не нужна, но я ее захвачу. Тут же без потерь, я думаю, будет. Да, без потерь. Я ее захвачу. Так. Что тут еще? Творение эльфов. Блин, рынков много. Гарнизон без армии. Вон еще золотая шахта. Какие-то колдуны, колдунство. Да просто непонятно, куда идти. Ну ладно. Так вот, у нас было, получается, там что-то 5 из 10, что-то такое, да? 5 из 10. А, так я ход, видимо, еще не пропустил, да? А ну-ка. А ну-ка. Ну. Да, 6 из 10. То есть это как бы отряд, который... оборонный, то есть он как бы стандартный, он тут будет по-любому сидеть. Все понятно. А может потом этот прирост добавится? Не, ну он к приросту моих существ не добавится. Потому что это будет вообще жесть. А смотрите прикол, они защитились так. То есть тут как бы город вообще легко захватить, но к нему нельзя пройти. А там город пройти можно, но там нереально сильная армия сидит. Вот так вот они сделали. Понятно. Понятно. Прикольно. Ничего не скажешь. Блин, за магов. Хочется за магов поиграть. Ну ладно, я буду по порядку играть. На этой неделе никто никуда... Ага, это мои, что ли, пришли, разграбили? А, так это я не могу все равно захватить. То есть, ну, тогда, по сути, мне надо идти... Что у нас вообще по квестам? У нас по квестам, блин, один несчастный квест. Ну, пойдемте его исполнять, скажем так. Пойдемте исполнять этот один несчастный квест. То есть куда-то ж сюда надо. За сколько? За 15 тысяч вы хотите присоединиться? А куда я вас воткну? А, кстати, есть куда. Я могу минотавров смешать и взять кучу грифонов. Но, блин, 100 этих... Не, ребят. Давайте я вас лучше снесу.
блин, ну потери меня не интересуют. Хотя зачем я дерусь? Опыт же не... Ну, вот просто интересно, потому что... Бывает, в какой-то момент я забываю о том, что... Трицал, нормально. Да, еще десяточку. Тринашечка даже. О, нормалек. Ну, ты пока вейт, пусть они все подлетят на расстоянии. А как тут еще кого-то потерять можно было с таким у меня, извините, раскладиком? Готов. 52. Блин, я не представляю, как он тут теряет. Блин, троглодиты тоже сильные. Вот, вот реально у меня воюют троглодиты и минотавры. Ну вот еще вот эти чуваки, наверное, подвоюют. А вот лукари как-то вообще ни о чем. Посещение не требуется. Это тоже врата духов выход. Ну и ладно. Мне бы вход найти. Было бы неплохо. А не выход. Так. Блин, вообще по этим бы по всем. Вот там дух. Там вот эти вот. Небесный доспех. Ну, в смысле, заклинания. Провести бы нашу вот эту героиню. Слушай, а давай-ка ты иди. Давай даже так сделаем. Тут армия есть? Есть. Покупай всех. Притащишь герою по старинке. Пешочком. Так, что тут за новые сведения? А. Притащишь герою эту армейку. Заодно вот это посещалось у тебя. Так, вот тут вот ты была? Нет, не была. Ну, значит... Так, больше нигде нету этих штук. Ну, беги, короче. Короче, беги. Беги, Форест. А кстати, а я из героя, из замка-то могу... А где портал? Герой может переместись только в ближайший город. Угу. То есть я не могу, улучшенного портала тут нету. В смысле, я не могу там по фортам прыгать, блин, они убрали эту. Посчитали, что это имбово было или что? Ну, быстрый бой, что тут? Ну, блин, нет, так не пойдет. Блин, ну 5 каких-то стрёмненьких этих циклопов, которые, они же не стреляют, ребята. Они же даже не стреляют, в чем проблема? И ходят они не на всю карту. А, и они стреляют! Кровь демона. Полный урон с любого расстояния. Противник. Блин, вот зараза. Они стреляют, ребята. Эти говнюки стреляют. Так, ну ладно, пойдемте минотаврами. Все равно нет контратаки. Ну. На, вот это ты нормально шандарахнул, слышь, минотавр. Минотавр. Тогда все остальные в деф. Ну, что поделать? Стреляют они. Я думал, не стреляют. Оказалось, что стреляют. Ну, если бы нам повезло, медузы могли бы парализовать, но они не парализовали. Да, 26 этих отстрелили. Ну что, судьба у них такая. Магию берем на 2. Которая нам нафиг не нужна, потому что я играю этим.
Блин, я вот не пойму, нам куда вообще надо бежать? Ну ладно. Погнали туда. Я так понимаю, нам куда-то сюда надо за квест выполнять. О, перчатки ассасина. Перчатки ассасина. А у меня же есть уже перчатки, кстати, ассасина, да? А, не, у меня перчатки черного стража. Набор ассасина. А непонятно, какой бонус выдадут, за если я полный набор соберу. Блин, ты давай беги. Надо было вот так нажать. Ладно, берем сюда. Теперь на конюшню. Что-то как-то я не сильно ускорил этот фонтан. О, говнюк. А, ну говнюк напал на мой этот, на мой форт. А фиг ли у меня здесь эльфы? Маг напал. Блин, а что у него делают мои троглодиты? Против вот этого я ничего не имею. Вот это откуда? А, автобой. Да, автобой. Блин, я думал, автобой быстро. Бежать с поля боя. Ну, за смысл тут сиси мять. Как бы мы и так проиграем, понятно. Даже если там какой-то дымах я нанесу, то несущественно. Блин, ну опять пушечное мясо под лучников подставляется. Но перчатки ассасина я очень хочу. Плюс 2 к силе, 5 к судьбе. Отлично. Это просто плюс 2 к силе. Да. Перчатки ассасина, это здорово. Хорошо, что я их нашел. Ну вы ж не хотите сказать, что он дальше бежит мне по башке давать? Хотя ему тут бежать, блин. Ой, ладно, не хочу даже заморачиваться. Как мне пройти? Вот сюда, видимо, идет этот... Что значит этот? А, скрыть уведомления. Я думал, это как в Скайриме, знаете, вас запалили. Ну, типа, вас видят. Значок. Типа, бегаешь, если бегаешь там, где ты как бы еще не бегал. Ну, где никто не бегал, ни у кого карта не открыта. То такой значок, типа, вас не видят. А если бегаешь там, где уже карта открыта, то... Значок, типа, вас в данный момент палят. А чё, было бы прикольно. О! Да! Патриотизм. Это что нам дает? Получают 20 лидерства. Наместник, слушайте. А, кстати, наместник. А как сделать наместника? Не, ну совет это не вариант. Тут же можно губернаторов назначать, об этом же говорили в каком-то... Ну, в общем, где-то об этом говорили. Я что-то слушал. Подождите. Армия и снаряжение. Энциклопедия. Так. Уровень 15. Мана. Навыки. В землях вокруг города. А как мне его сделать наместником? Блин, я вот это не понимаю. Тоже все непонятно. Куда-то запрятали, блин, кнопочку, и хрен ты ее найдешь. Это мне надо вот этот форт расфигачить. Так, отлично. Теперь тебе нужно... Блин, а я что, ракшасов не убил? Ладно.
Блин, а вообще тебе, наверное, надо возврат в город сделать. Ай, да, блин. Нет, ай, пофиг. Сейчас кастую. Да. Кстати, купить армию. И беги. Так. Окей. А тут уже этот, кстати, подбегает. Можно ему пойти по башке дать. В принципе. Ух ты, городок, да? Или что это? Ну, ворота закрыты, типа фигушки пройдешь. Блин, да мне кто-нибудь скажет. Ребята, я, кажется, понял. Это вот. Надо проломить вот этот, скорее всего, гарнизон, чтобы пройти. Скорее всего, оно так и есть. Так, а что тут охраняет этот грифон? Че, Феникс? Кто ты? Че он? Какой-то артефакт охраняет. Теневая вуаль, 12 для заклинаний тьмы. Ну, магу можно будет отдать. Ну, как-то заклинаниями тьмы я особо не пользуюсь. Ну ладно, давайте хоть на фениксов поглядим. Ну, а типа потери есть, есть повод передраться. Мы ж по-любому лучше. Так, вот единственное, я боюсь, что фениксы, наверное, слетают на всю карту. Не, не на всю, далеко не на всю. Так, а ну-ка, фениксы, это Симург. Что такое Симург? Легендарный чародейский орел. Это высшее существо, видимо, у магов. Еще и за... 55. Да, еще и заапгрейженное. Что оно умеет? В конце хода на каждый случайный магический эффект, находящийся рядом отряда противника, 50 урона от заклинаний. Блин, короче, это бафферы магии какие-то, да, нереальные. А я что, уже стрельнул? Так, ну этого-то мы запинаем. Блин, вообще они так-то не слабо летают, эти симурги. Давай это двинем. Блин, ну я просто кайфую от этого, от упреждающего удара минотавров. Ну это просто, это какая-то просто неубиваемая махина. Я не знаю, как с ними драться, если против. Ну хотя я других рас не видел, может там у всех рас все так круто. Вот, ну... Но, блин, это просто какой-то трешак. Честное слово. Так, кстати, надо бы вот этих ракшасов убрать. А ты давай беги, да, куда ты там собираешься. По нычкам. Ладненько, я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск и закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.